вход в какую пещеру. Входим в пещеру. Все они нарисованы красной охрой и древесным углем. В составе красной охры есть оксид железа, который предположительно был получен из бурого железняка. Бурый железняк растирали в ходу. Что-то прорывское начало было, как обычно. Все, пошли дальше. Еще мамонты. Вот еще один мамонт. Это, по-моему, вожак, как говорили. Бизон. Бизон. И все пошли на выход. На бизоне мы закончим.